В Шымкенте определился чемпион по отжиманиям на брусьях. В центре города, собрав толпу болельщиков, прошли спортивные соревнования на звание лучшего из лучших. 35 участников – воркаутеров, легкоатлетов, гимнастов и тех, кто просто любит спорт – в различных возрастных категориях состязались в этом нелегком испытании. Азизбек Кудратуллаев о соревновании узнал за несколько дней до часа икс, поэтому на подготовку у него времени не было. Но парень – гимнаст, и отжиматься на брусьях для него дело привычное. Все-таки и в его родном зале есть этот спортивный снаряд. Что дома сидеть? Пришел, проверил себя, сколько раз оттолкнулся. Не готовился, в принципе. Я занимаюсь спортивной гимнастикой уже 16 лет. Профессионально, сборной команде. Хорошо. Выступаем за страну. Просто дома не хотелось сидеть, пришел проверить себя. Организаторами чемпионата стала молодежная организация «Баскажол». Цель спортивного соревнования – привлечь к спорту как можно больше молодых людей. Цель мероприятия, у нас цели не меняются. Пропаганда здорового образа жизни, развитие уличных и массовых видов спорта. Строгое жюри чемпионата поблажек не давало никому. Правила обязательные для всех. Вверх – руки прямые, вниз – плечи ниже локтя. Выпрямляем руки до конца. Вот, отлично. Несмотря на то, что в соревновании участвовали крепкие, подтянутые и мускулистые парни, главный приз – звание чемпиона и 15 тысяч тенге – забрал 10-летний Хасан Милекин. Он сделал 47 правильных отжиманий. Молодежная редакция телекомпании «ОТРАР» гордится, что подрастающее поколение Шымкента растет активным и спортивным.